Всем привет, с вами Андрей. Сегодня пришла посылка, и думаю, все знают, лавка Орка. Отправляли очень долго, комплектовали точнее, пришла очень быстро. Сейчас посмотрим, что пришло. Первое, что это у нас идет, стол для покраски я взял. От фирмы Джаз, 1371 номер, а то неудобно красить. Дальше заказал аэрограф от фирмы Джастри 1.63. Отзывы хорошие, поэтому взял как первый. Читав отзывы, понял, что у него проблемы гнутся иглы, взял запасную. Взял еще сопло 0.3, тоже запасную. Это взял клей декал, ну, для декалей на водной основе, но до этого Томеевская пришла, но... поздно спохватился. Также не было. Ручную дрель взял. Взял набор сверил. Тоже от фирмы Джаз. Разного диаметра. Там их 20 штук в количестве. Набор лезвий. Ну, выходит, что пилки. Джазовские 1636. Это набор для чистки аэрографа. Конечно же, раз есть аэрограф, взял трехметровый шланг для аэрографа, ну, не знал, 1.5 метра хватит, нет, просто когда снимать, чтобы стоял подальше. Куда аэрограф без компрессора, взял самый, так сказать, дешевый вариант, джазовский 1211, мини-компрессор, он достаточно тихий, ну, как посмотреть, если я не ошибаюсь, он идет мембранный. Что будет дальше? Значит, от фирмы Моделист взял в масштабе 1.35 немецкий танк Т1Ф. Хочу тоже собрать его. Достаточно интересный и дешевый. Также немецкий танк Т2Д. Это следующий идет. Немецкий танк КПФВ-38Т. Играл на нем в Блиц, поэтому, в принципе, решил собрать его. Тоже. Последнее, что взял, это пойдет для сравнения. Три набора танка 3476 43-го года выпуска от Тами, Звезды и компании Моделист. Это все идут на пушки, если не ошибаюсь, как раз 76-76 мм, и все 43-го года выпуска в масштабе 1.35. И хочу как раз сделать на них обзор и посмотреть на отливку деталей, на количество деталей, как они будут выглядеть в сборке, какие тонкости. Я думаю, многим будет интересно, кто захочет покупать разные наборы от разных контор и посмотреть, в чем отличие и какой подойдет для него лично набор или какой проще наоборот. Так что дальше это будет одна из категорий видео. Дальше будем также делать обзоры на несколько производителей одной и той же модели. Ну и или примерно. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Стараюсь почаще выкладывать ролики по сборке, по покраске и в дальнейшем развивать канал и показывать что-то новое, что-то придумывать свое. Всем пока!